вот опять же начинается. Короче, я так... Короче, в принципе, вот, то есть, возвращаясь к скрипичным концертам, то есть я пока что слышал только одного композитора, который написал скрипичный концерт. Это Сибелиус. А других я тоже слушал, но они не написали скрипичные концерты. То есть они были... Прокофьев был Прокофьевым, Шостакович был Шостаковичем, но скрипичных концертов там не было. Как-то так. Я дальше не берусь как бы внедряться и так далее. Вот. Но на данный момент Сибелиус — это единственный композитор, который написал скрипичный концерт, и которого исполнители смогли исполнить. Вадим Репин, там Ойстрах, ну там, ну я вот Вадим Репина слушал, мне, блядь, вот, то есть все совпало, блядь, вот. Поэтому скрипка — дело тонкое, понимаешь, скрипка — это дело тонкое. Стоит мне дальше развивать, не стоит. Скрипка — дело тонкое, понимаешь, и я вот там брифли зашел, там какой-то хер сидит, блядь, я говорю, а на скрипке? Он говорит, не, на скрипке нет. Я говорю, блядь, ну... Вот, а поэтому мартышку можно на скрипке научить играть при желании, чисто вот так, знаешь. Вот. А вообще, как бы, вот, у меня был преподаватель, блядь, и то он, понимаешь, причем тут Хефис, какой нахер Хефис, блядь, ёб твою мать. Сейчас, ну это давно было, сейчас, блядь, Вадим Репин, блядь, есть, ёбаный. Но он старый был, а сейчас время ускоряется, и даже, я не знаю даже в чем дело, не буду комментировать, но скрипичный концерт написал Сибелиус, я это слышал, и в исполнении Вадима Репина. Хороший концерт, кстати, у Прокофьева. Отличный. И играет отлично. Хорошо. Отлично. Но у Сибелиуса там скрипка плачет. Скрипка. А. Она должна скрипеть. Как... Здесь она скрипит. Скрипка. Здесь скрипка скрипит. Скрипка должна плакать. Здесь она не плачет. А у Сибелиуса, блядь, у алкоголика, она плакала. И у Чехова плакала. Две вещи. Скрипка скрипит и скрипка плачет. Она не плачет здесь. Здесь вставайте, люди русские, понимаешь, это. Она не плачет. Ну это охуительно, блядь. Это пиздец. Концерт, так же как у Шостаковича, это их как бы, это, но это не скрипичный концерт.
почитайте Чехова про скрипку. Вы все поймете.